Всем привет! Я Нахама Синвани, каббалистический астролог. И сегодня хочу рассказать вам об основных рекомендациях и целях для представителей стихии воды в ближайшем 2024 году. Общая рекомендация для всех водных знаков – это радость. В этом году у вас есть очень важная задача научиться действительно искренне радоваться жизни, особенно в каких-то маленьких и простых моментах. Стихия воды ⁇ это много чувств, это много эмоций. Очень часто это цунами. И когда эмоции и чувства заливают представители этой стихии, очень быстро, вовлекаясь эмоционально в разные жизненные переживания, эти чувства уходят от радости к неким негативным состояниям, к некой меланхолии и даже легкой депрессии. Поэтому радость – это ключевой момент для представителей стихии воды. Давайте рассмотрим по знакам. Раки – точка роста, это точка опоры, самоанализ. Для вас самоанализ – это не как самоанализ для представителей стихии Земли. Для вас самоанализ позволит вам не опираться только на ощущение эмоций. Потому что обычно раки, вода воды, внутри вода и снаружи вода, вы чувствуете, вы доверяете и вы плывете в вашем направлении. В этом году, если вы позволите себе хотя бы легкий самоанализ, перед тем, как вы чрезмерно доверяете и слушаете вашу интуицию, которая вас не обманывает, но все равно стоит остановиться и проверить. Это действительно то, что вы хотите. Это действительно то, чем вы хотите заниматься. И позволить себе проверить именно проанализировать, вы придете к успеху. Тикун. Где будут проявляться сложности? Что стоит преодолеть? Это в этом году задумываться, какой след вы оставляете после себя. Какое мнение после себя вы... Оставите, какие дела, которые вы делаете в этом году, вы оставите как память о вас. Это дает вам больше ответственности задуматься над тем, что, может быть, сегодня вы проснулись без настроения. И вот с этим без настроения вы идете по улице, и вы встречаете кого-то, кто вас знает. И с этим без настроения вы определенным образом общаетесь с ними, выпускаете моменты радости и выпускайте момент о том, как ваша вот эта мягкая чувствительная энергия может кого-то поддержать в этот момент, если вы отключите это без настроения, а включите осознанность о том, что каждый шаг, каждая мысль, каждое слово, каждое действие оставляет некий след. Где будет основная трансформация? Поменять ваши мысли. Поменять все негативные мысли, переживания, меланхолия, депрессия, поменять их и заменить их позитивными мыслями. И каждый раз, когда вам хочется пострадать, когда вам хочется почувствовать, что вы маленькие, что вы жертва обстоятельств, заменяйте эти мысли другими мыслями, позитивными, мыслями роста. Да, это было сложно, да, это трудно, да, действительно, я оказываюсь в ситуации, где меня в чем-то обвиняют или где от чего-то пострадал. Что я да могу сейчас сделать? Как я могу сделать по-другому? Как я могу расти? Как я могу найти в этой ситуации момент простой радости? меняя негативные мысли на позитивные. И тогда все получится. Что ждет скорпионов в этом году? Успех придет, когда вы приняете, что в жизни не все черно-белое, как вы любите, а что есть и некая середина, золотая середина. Состояние, где можно отдаться процессу, где можно отпустить контроль, который вы очень любите, где можно понять, что, наверное, то, что происходит со мной сейчас – говорит о том, что нужно что-то отпустить, нужно прожить какой-то момент, нужно подождать пару дней. И поэтому, если в этом году вы позволите себе быть в этом серединном состоянии, то вас ждет успех во всех сферах вашей жизни. Момент исправления ждет вас именно с вашими детьми. Если у вас нет детей, я сейчас расскажу где идет направление. Вы столкнетесь с некими сложностями, с некими проблемами, которые будут происходить у ваших детей, для того, чтобы вы смогли их поддержать, для того, чтобы вы смогли вместе найти моменты радости. Вы можете решить их проблемы, вы можете даже заставить их вести себя по-другому, вы можете вбодрить их, да, вы можете быть очень прямолинейными, но почувствовать их, играть в команду быть вместе и поддержать, это и есть момент исправления в этом году. Если у вас нет детей, то в этом году точка работы над собой – это не злоупотреблять чрезмерными жизненными наслаждениями. Научиться сопротивляться желанию отдаться моменту, отдаться некому кайфу. Ну и каждый пусть подумает, что для вас кайф имеет в виду. Научитесь останавливаться, научитесь слушать себя, научите искать наслаждение, радость в простых жизненных ситуациях. Момент трансформации в этом году ⁇ обратить внимание на вашу коммуникацию с другими. Вы как скорпион умеете сказать, как есть. Вы не боитесь, вы не стесняетесь, и это хорошо но вы не всегда обращаете внимание на то, как это влияет на ваши близкие отношения, на отношения с коллегом, на отношения с вашим окружением. Проявить немножечко больше чувствительности, улыбнуться другому человеку и спросить его, действительно он хочет услышать вот эту вот прямолинейную голую правду, а может быть он еще не готов, и принять и уважать что другой человек к этому еще не готов. Несмотря на то, что вы уверены, что если человек узнает все как есть, он точно поменяется, он будет более эффективным, он будет более радостным, но это ваша точка зрения. И поэтому этот момент трансформации вполне вероятно непрост, но в этом году позвольте себе спросить другого человека, готов ли он услышать или нет. И будьте готовы нажать на паузу. Рыбы. В этом году точка роста ⁇ это зарабатывать деньги и реализовать ваши мечты. Но для этого момент исправления будет включить некую повседневную рутину, где есть дисциплина, где вы развиваете привычки, которые позволяют вам взять ответственность за то, что сегодня надо поработать, сегодня надо включиться, надо даже где-то пересилить себя учиться настаивать на своем, на своих границах и на своих действиях, то есть стать более практичным. А для этого момент трансформации пересмотреть ваши отношения. Где в вашей жизни есть отношения, которые вы очень долго тянете, и они тянут вас в некое болото где вы чувствуете, что эмоционально вы истощаетесь, а где в вашей жизни есть те отношения, которые нужно строить, которые нужно развивать. Пересмотрите эти отношения. Для этого задайте себе простой вопрос. Какие отношения приносят вам радость? Эти отношения надо развивать. А если те отношения, где вы очень переживаете и сочувствуете и чувствуете, что эмоционально вы истощаетесь, может быть, пришло время пересмотреть эти отношения. А может быть, пришло время распрощаться и отпустить эти отношения. Я надеюсь, что эти рекомендации были полезны для представителей стихии воды. Напишите в комментариях, какие чувства у вас вызывают эти возможности в этом новом 24 году. И, конечно же! ставьте лайк, делитесь этим видео с вашими близкими, друзьями, с тем, кому это будет полезно услышать. С вами была Нехама Синвани и до скорых встреч!